мне просто повезло, что действительно до меня была Миронова. Просто мне позвонил сын, он приболел и просил, он говорит, я не лягу, пока ты не приедешь, пап. Я тебя вот, так понимаю, Жень. Вот моя любимая. Я каждый раз так понимаю. Но я к чему это говорю? Потому что я решил с моим сыном смотреть и читать какие-то книги уже взрослые. И Джека Лондона мы начали читать, а смотреть мы начали «Чучело». И на седьмой где-то минуте, вот я рассказывал коллегам, на седьмой минуте он сказал, пап, может быть, «Панду 2»? На что я говорю, нет, этот фильм мы досмотрим до конца. Когда он досмотрел, я таких глаз у него не видел. Он просто говорит, это было так в твое время. Я говорю, а ты вот подумай, у тебя в классе, может быть. И он вспомнил, что девочку его обидели и так далее, и так далее. Я вспоминаю, у нас с тобой разница 5 лет. И я вспоминаю, возраст, я вспоминаю, когда я учился в Саратовском театральном. И вот эта волна экзотических цветов подчеркивает элегантность, изысканность нашей любимицы. Мы тебе желаем еще завершать дело профессионалы. Так и живете, потому что... Филипп, ты тоже очень хорошо умеешь. Правда? Тебе нравится лучше? Больше. Я стараюсь. Обидно.